Вы должны всегда понимать. Понимаете, вот люди зачастую очень поздно осознают, что дело действительно вот в керосине уже. Ну, то есть не просто пахнет, а уже глубоко замариновано керосином. Вот. И если вы испытываете, что такое невроз, это когда вы не можете совершать, когда ваша жизнь ограничена. Я все время говорю, невроз – это инвалидность. Это вы что-то не можете делать, что делают другие люди. Пойти на работу, начать новый проект, я не знаю, пользоваться общественным транспортом там, и так далее. Да, не можете вступить в отношения. Это штуковина, при которой вы должны уже начать работать психикой, как с поломанным, ну, не сломавшимся, потому что если сломавшийся, тогда к психиатрам. Вот. А если она просто поломанная, с этим надо работать. Поэтому здесь ну, не занимайтесь вот таким долгим откладыванием проблемы.